как живется. Вообще не те слова, не та жизнь. Жизнь вообще другая. То есть вам хорошо? Как хорошо? Наоборот, как хорошо. Уже коров нету, свиней нету, того вот это бродница уже надо, а? Вообще убираться и все. Причем тут бродница? Свинарника убирайте. Нам нечего делать, нам надо свиней кормить. Быстрее бы надеемся, что будем обратно содержать своих свиней. Мы соскучились, нам надо вернуть все это. Нормально, вы знаете, я до этого держала, а потом перед этим я не думала, что буду их не разрешать. Но я уже не хотела их держать. Ну, это я по-своему. Я всю жизнь прожила, я жила в городе, у меня квартира в городе, а потом сюда переехала. Не держала и жила лучше, чем с этими свиньями. Зимой, что только проблема, они невыгодные. Мы больше теряем, чем имеем. Ну, серьезно. Вот картошка. Картошку посадить, выкопать очень дорого. А одной картошкой их не накормишь. Надо зерновые сеять, где их а покупать постоянно невыгодно. Лучше готовые купить. Ну, конечно, надо, чтобы у всем в хозяйстве хоть один поручонок. Откуда ты помыли выливать все отходы? Хотя же одного надо держать. А то вот на варыш есть, оно все остается. Оно тут, конечно, удобно, что работу не мали. Все равно надо же деревни держать. Знаете, колхозный я не ем, в истине,